В области участились случаи бесконтактного мошенничества. Злоумышленники вымогают деньги через интернет, телефонные звонки или смс-сообщения. В этом году зарегистрировано уже 501 преступление, и только каждое третье раскрыто. Сегодня в управлении МВД России по Кировской области рассказали о дистанционных способах мошенничества, например, с банковскими картами. Жертвами зачастую становятся владельцы мобильных телефонов на базе операционной системы Android, которые устанавливают приложение «Мобильный банк». Далее через интернет в телефон попадает вредоносный вирус. Благодаря этому мошенники получают доступ к счету банковской карты и снимают все деньги. Сейчас, отметили в МВД, в России не существует эффективной антивирусной базы, поэтому желательно дополнительные услуги не подключать. Мои слова, вот в настоящее время сотрудниками Сбербанка могут быть расценены, значит, может быть неправильно, в том, что мы пытаемся, значит, отговорить граждан нашей области не подключать данную услугу. Но необходимо разъяснять, что именно использование данной услуги позволит преступникам бесконтактным способом осуществить хищение с денежных средств расчетных счетов.